Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Христос воскресе, воистину воскресе! Вот праздник Пасхи — это такое вот торжество, которое наполняет все и вся, и даже солнышко играет в этот день, те, кто сподобились это созерцать. Но самое-то главное — это наше солнце правды, Христос воскресший, который сияет своим неизреченным благодатным светом и сподобляются его созерца те, которые очистили свое собственное сердце. Вот в этот праздник надо отложить всякие печали, мысли, переживания, и просто вот отдаться самой вот радости этого праздника, отдаться как бы вот этой пасхальной стихии, которая принимает тебя в свои объятия и несет вперед к вечной жизни. И каждое песнопение, оно говорит нам, что скорби пройдут. Все переживания исчезнут, слезы будут вытерты, потому что с нами воскресший Христос, и это значит, что победа уже дана нам, потому что Христос воскрес однажды и уже навсегда. Он уже не умирает. А если мы и умрем, то на самом деле это просто вот как сон, а душой переходим туда, где сам воскресший Господь. И вот, конечно, мы поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех, живот даровав». Вот эти «сущие во гробех», то есть «живущие во гробех» — это мы сами, Наша грешная жизнь есть как бы такие гробы, где тесно, сумрачно, томно, но Христос подает нам радость вечной жизни и воскрешает нас, Он воскрешает нас через саму церковную жизнь, ибо жизнь в церкви это и есть совоскресение наше со Христом, когда отрешившись, освободившись от всего этого груза греховных вот этих мешочков, которые висели на нашей душе, мы э, свободной душой можем воспарить к самым небесам. И вот хотелось бы прямо от самого сердца произнести: Иисусе воскресший, воскреси наши души. В одном из песнопений э, пасхальных там есть такие вот слова, что мы зрим Тебя, Господи, не телесными очами, но сердечной любовью. И Господа, который есть весь любовь, может увидеть только любящее сердце. И когда вот в сердце поселяется свет любви, такое сердце оно и воскресает, и дает жизнь тем, кто находится рядом. Я вот вспоминаю отца Кирилла, известного старца, архимандрита Кирилла Павлова, который, когда вот в Лавре действительно жил, и ты у него в келье, то чувствовал, как будто ты в раю. Вот такая исходила от него любовь, тепло сердца, благодать, наглядно ощутимое. И вот это вот тепло сердца известного старца, оно сохранилось в памяти на всю жизнь. И оно говорит, что воскресение Христова действительно действует в нашей жизни, но действует там, где человек сам лично воскресает от греха, где он откликается на Божью любовь, а Божья любовь, она бесконечна и бессмертна, как бесконечен и бессмертен сам Господь. И вот для этого то Он и воскрес, чтобы в нас жила Его любовь, и чтобы мы приобщались ей. Братья и сестры, с праздником вас! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!